Еще один руководитель района Ивановской области занимался на посту не тем, чем следовало. В отношении Дмитрия Ключерева, руководителя Фурмановского района, возбуждено сразу несколько уголовных дел. Незаконном участии в предпринимательской деятельности и совместном с сыном мошенничестве в особо крупном размере, сопряженной с фальсификацией Единого государственного реестра юридических лиц. Дмитрий Ключерев, находясь на муниципальной службе, продолжил заниматься предпринимательской деятельностью в созданном им ЗАО «Прогресс», а также оказывал покровительство данной организации, используя свою должность. Кроме того, преступными действиями Дмитрия Ключерева и его сына одной из фирм Ивановской области был нанесен ущерб почти на 15 миллионов рублей. О возбуждении уголовных дел в четверг сообщило Управление регионального следственного комитета. Преступление выявили сотрудники УМВД.